Арония – это кустарник высотой не более 3 метров. Арония любит воду и неплохо растет на слабо кислых почвах. В качестве лекарственного сырья используются плоды. В них содержится большое количество витаминов, таких как С, В2, Е, В-витамин. По содержанию органических кислот арония превосходит мандарины и незначительно уступает лимону. Кроме того, содержит сахара около 10-12%. В варенье из аронии витамины практически не разрушаются. Витамин С увеличивает прочность капилляров и других кровеносных сосудов. Дело в том, что капилляры – это такие кровеносные сосуды, которые состоят всего лишь из одного слоя клеток. Их задача – пропустить из крови питательные вещества и кислород тканям. Со временем наступает такой момент, когда капилляры, питая ткани, как бы забывают про себя. Так вот, то вещество, которое позволяет, ну, как бы получить питание для стенок капилляров, и является так называемый П-витаминный комплекс. При его недостатке увеличивается ломкость капилляров и других кровеносных сосудов. Казалось бы, просто задел за что-нибудь, рукой или ногой, тут же возникает кровоизлияние. Ну или синяк по-простому. Кроме того, общеизвестно, что витамин П способен снижать давление. Существуют люди, которые очень чувствительны к арунии. Выявить это можно только на практике, непосредственно попробовав ягоды. Как лекарственное средство арония принимают в любом виде. Больным гипертонической болезнью рекомендуется употреблять сок аронии. Разовая доза 50 грамм для взрослого. Содержание йода в ней чуть-чуть меньше, чем в морской капусте. В связи с этим арония может применяться в тех ситуациях, когда в организме есть недостаток йода. Опять же, существует группа людей, которые очень чувствительны к йоду и его препаратам. Поэтому они тоже будут плохо переносить плоды аронии. В аронии содержатся еще 2 витамина – С и Е. С этими витаминами связана способность растения увеличивать устойчивость организма к недостатку кислорода. Арония содержит краситель. Он способствует созреванию эритроцитов. То есть может применяться при анемии.